Hey guys, how are you? Like I told you earlier, this past weekend, me and my family, we went to Pushkiria to celebrate my mother's cousin's 55th anniversary. It was nice. I got to see my Bushkirian part of the family. For the celebration, they rented a couple of houses in a typical summer camp by the lake. The weather was great. We went swimming, there was a banya, and we played volleyball, table games, and did a little bit of drinking. You know, the usual Russian stuff. The name of the lake is Kandrykul. Now, everything ended in Kul. In Bushkirian means a lake. The next morning, we decided to go to a nearby hill to have breakfast on top. And it was lovely. Now, we wanted to get some real coffee, but it was impossible, so we had to settle for instant coffee instead. So let's go on top of this mountain with us and have a conversation about everything. Добраться наверх не так уж легко, как может показаться. Аккуратно. Why would you do that to get a view like this? Это наша кофейная машина Starbucks. Starbucks. Ты не пьешь такой? Мы лейблы убрали, чтобы рекламу не создавать просто. Как будет Starbucks на башкирском? А с акцентом? Машкарт кофе. Потому что все-таки у меня родители, да, отсюда корни идут. Поэтому я-то просто вот прям именно с севера. Там родилась, училась, все. И для меня как бы в Башкирии культура очень далека, поэтому мамин чак-чак обязательно, это 100%. И даже в школе, когда мы учились, там, когда вот эти уроки национальных блюд, мне сразу, мама, попроси чак-чак сделать. Какое любимое место в Башкирии? Помнишь, мы где-то в Октябрьскую сторону, там на гору мы поднимались. А, у Язытау. Язытау, да, там очень красиво. Язытау, да, называется? У Язытау. У Язытау. И когда мы общаемся с людьми, которые не в Башкирии, не проездом, мне все говорят, у вас такая природа. Да. Это просто шикарно, круто. Когда на машине все приезжают, это да, это так. Теперь ложка дегтя. Почему башкирские полицейские, такие дорожные, такие башкирские, имеют репутацию одних из самых коррупционных? Есть шишка там. Шляпа. Есть на кого равняться. Да, у нас все это там подвязано наверху. Ну, то есть это вырежете. Этот стереотип имеет место это быть. Вырежете. Он не то что имеет, он прям постоянный, укоренившийся, и он берет там, да, корни из каких-то там давних годов, но он по сути не меняется. Хоть вот идут там развитие общества, у нас развивается все-таки, да, там этот. Саму полицию пытаются что-то там. Ну вот, да, вот этот вот корень, он остался и он есть всегда. Вот эти водилы, они всегда знают. Это вот по всей стране. Да. Что здесь, в принципе, дороги хорошие, но за это нужно, грубо говоря, ну заплатить. Платить наличкой. Платить наличкой, да, да. Это есть. Пусть, возможно, сейчас меньше. Но ну, сама основа, она осталась. Она я никуда. Сразу чуть прав не лишился при въезде в Башкирию. Вот. Да. Расскажи, сколько ты живешь в Башкирии? А сколько мне лет сейчас? 32. 32 года я живу в Башкирии с самого рождения. Ну вот, значит, ты самый знаток, рассказывай. Что для тебя Башкирия, почему она особенный регион? Ну, наверное, я сам по себе очень консервативен, скорее всего. Поэтому и у меня, то есть, была возможность и по миру попутешествовать, и посмотреть другие, но желание отсюда прям сорваться куда-то, уехать и там жить или там что-то делать почему-то не возникало. Ты же и в Америке был. И в Америке был, да, и все равно очень хотелось вот вернуться домой. Ну, что и... надо в Башкирии такое сделать, чтобы вообще крутой прям стал регион? Что, как и во всех других регионах, просто тратить бюджет, наверное, на нужные цели, а не в кармашки. Ну, это, мне кажется, проблема вообще в основном большинства регионов. Ну, туризм может быть больше развить, да? Туризм, да. Часто спорим с супругом про выборы. Я говорю, вот обнуление, опять Путин. Что ты говоришь? А кто другой? А кто, если не он? Да, я вот, опять же, вот не то, что прям за Путина, да, но примерно представляю, как работают подчиненные. И понимаю, что на самом деле люди сами по себе, наши, с нашим менталитетом в нашем крае, возможно, в нашей стране, очень мало кто сознательно что-то может делать. И... прям реально понимаю, что, скорее всего,
нужно заставлять людей. Именно нужны вот какие-то решения, да, кто-то во главе должен стоять и... Ну, то есть ты сторонник сильной руки и власти? Да, да, хорошо. Да. Может, то... она должна быть просто хотя бы честной? Ну... Сильная, но честная? Честность – такое понятие. Очень размытая, я считаю, очень размытая. Но у нас ведь все видят в стране, что происходит что-то не так. Ну вот все это видят прекрасно и понимают, но тем не менее у нас все говорят, ну, наверное, все-таки лучше стабильность. Все-таки, наверное, должен быть человек, который всех будет держать. Но мы уже об этом говорили, нужно показывать правильный пример тогда, если ты такой вот держатель. Да одно из моих наблюдений – это что русскоговорящие люди, они больше боятся камеры. Как говорится, camera shy, то есть прям не очень. Но лучше становится ситуация, то есть молодежь прям нормально реагирует. Мы изначально боимся, допустим, тебя зовут выйти, да, перед классом. Ты такой, о, черт, мне не повезло, да? Да. Это прям вот с детства. Быть перед людьми, это плохо. Это не возможность высказаться, а именно это наказание. Да. Петров в доске, да, ты подготовил домашнее задание. Мне кажется, если идешь по проспекту, и ты видишь, навстречу идет молодой человек с камерой, ты точно знаешь, что он хочет кого-то о чем-то спросить, и ты такой идешь, только не меня. И вот так вот. Полукругом обходишь его. Или там вопрос, соцвопрос, да можно вам задать? Нет, пожалуйста. Хотя, времени. Действительно, да. Ну, не знаю, наверное, долго это побеждать еще будет, действительно. Ну, нет, поколение, наверное, поколение, у нас сменится, у нас старшее, да, поколение такое немного закрытое. И даже когда ты, допустим, находишься в другой стране, я очень часто отмечаю, что очень пенсионеры такие открытые. У нас какие-то уже они злые. Но мне кажется, это все-таки, опять же, на политическом уровне. У нас просто у пенсионеров уже нет возможности там, ну, там, накопить, куда-то съесть и так далее. Там у них государство обеспечивает их такой возможностью. И они просто, они рады жизни. Они сами подходят, там, начинают общаться и так далее. Они прям открыты. У нас просто поколение, наверное, сейчас немножко поменяется. И... Может быть, нас долгое время наказывали за... свою инициативу, точку зрения, да. Да, и все боятся его сказать. Конечно, но это поговорка про инициатора. Инициативу иногда. Она же не просто так выглядит. Это прям про нас. Про нас все, да. Не было строгого воспитания, мне не давали высказать. Мне до сих пор не дают высказаться родители. Какую-то свою точку зрения сказать, когда я говорю, мам, ну мне же уже 33 скоро будет, ну может я сама решу этот вопрос. Нет, вот они. Так, выкрикиваем негативную энергию. Мы счастливы, дом 2! Вот это не нужно кричать. Как интересно, как это, да, эта история долбится. Да. Такое она просто. Ну видишь, если это место будет очень доступным, у тебя появится конкуренция. Ну да. Тоже я. Так, значит, точно? Готовим люля-кебаб, да? Люля-кебаб, да. Всю жизнь уже копали, бывало, без этого. Кладу. Пожарить. Он еще фарш не вывалился. А, ну как с той стороны, чтобы нас... Смотри, чтобы ветер, да? Да. Well, we had a great time, but unfortunately, it was time to say goodbye. Пока! Тут же пробки нам поменьше, да? Просто нам придется со всеми этими стоять. А так мы их обогнали. Driving in Bashkiria, one thing I have to mention is that traffic is terrible. It gets congested at many, many, many sections of the road. Нам бы налево поехать. On our way back, we visited the city of Ufa, which is the capital of Bashkiria. It's a city of 1,100,000 people. We are in the city of Ufa, and I'm standing in front of the stadium. And Salavat is one of the most famous, I mean, it is the most famous hockey team in Ufa. It's doing pretty well in the league.
башкир. It says, I'm a башкир. And that's 50% true, because I'm 50% башкир. You guys thirsty for coffee? It's not the first city that comes to mind when you're thinking about visiting Russia, but it certainly has something to offer. First, we went to the center of the city. As the case in many other Russian cities, the main street is called Lenina, after the notorious Bolshevik. Here you'll find many parks, restaurants, street musicians, and so much more. Another place everybody was recommending was the monument to Salavat Yelayev, and that's where we're headed. The major highlight of the city is the monument to Salavat Yelayev, who was a warrior and a national hero. Now, this area around this monument is where people come to have a good time. It's like the center of the city. You can watch some performances, have something to drink, and there's a nice promenade along the river where people go jogging and cycling and whatnot. Hey, we're in Ufa, and I'm walking along the central promenade. I don't know if that's the correct name, but it's a very nice promenade. Let me show you this. As you can see, it's a popular place for people jogging, and then there's a separate lane for a cycling lane. People just walking, having a good time. Now, it's also a multi-layer place, you know. It's the top layer, then you got the medium, and then the bottom. The bottom takes you all the way to the river. Well, let's use my drone to fly around Ufa and see it for ourselves. This magnificent mosque has been under construction for more than 12 years now. There's been a lot of speculation regarding corruption related to this construction, and hopefully it will be finished soon. Why do they have such a huge mosque? Well, 58% of the population of Bashkiria are Muslims, and about 24% are Christians. I was actually planning to stay longer in Bashkiria, but my sister wasn't feeling too well, so we decided to go back. You know, family comes first. But before we went back home, we visited a traditional Bashkirian restaurant. So let's take a look at some of the dishes. I'm sitting in a restaurant, Bashkir restaurant, called Duslik. And it's a traditional Bashkir restaurant. So far, they brought me some tea. It's Bashkir tea, which I'm going to drink with adding a little bit of milk. Ника, улыбочка. Пожалуйста, бешбармак. Наваристый бульон с башкирской выпечкой. Отлично, спасибо большое. Взял? Угу, все, контролирую. Так, это бульончик идет. Бешбармак. И, пожалуйста, джихори шурпа. Шурпа? I feel bad for not showing you the beauty of Bashkiria, and you know, I was expecting horses running down meadows and honey places and just a picturesque countryside, but couldn't do it. You know, I'll do it next time. Thanks for watching, guys, and I'll see you in my next video. Did you get some tea? Mm-hmm. That's good. Это не плотно закрылось у вас крышечка. А что она болтается, ага? Не должна. Она болтается, к ней только притронешься, она сразу это отходит. It's like 1 in the morning and we got 5.5 more hours to drive. Хотите кто-нибудь вот эти штучки? Давай. Mom's got some Bashkirian dessert. What's it called, Vika? Chuk-chuk. Chuk-chuk. I knew that, I was just checking you. Thank you. We got some energy drinks, which I don't normally drink because they're bad for you. They're bad for your heart. All right, let's stop bothering my family and go get some nice tea. Good. Okay, guys, guess what time it is? It's 3:30 in the morning.
or we going jogging. I just want to get some exercise because we're tired of driving. We've been sitting in the car for 5 or 6 hours now.